Меня зовут Надя, и сегодня я проведу обзор самых своих красивых рисунков. Первый самый красивый рисунок – это луна, такая красивенькая, Селестия, сзади так фона. Она, Селестия опускает солнце, а луна поднимает солнце. Я забыла рог нарисовать, он там завалился, там скрывается. Потом я вам покажу рисунок лотос. Такой вот лотос. Сейчас я пока перекрывать буду рисунки. Потом я покажу вам холодное сердце. Я очень красиво ее хотела нарисовать. Вот и получилось. С колготками. Так. Пони русалки. Вот тут маленькая рыбка плавает. А эта маленькая русалка хочет украсть эту маленькую фиолетовую жемчужину, которую нашла вот эта русалка пони. Здесь такая Рэрити. А здесь Твайлайт. Очень красивая, со свадьбы Шанин Армора. И вот сама Карнс. Злой такой Карнс. Потом я вам покажу. Сейчас покажу. Вот такой рисуночек. С фейсом. Света, а вот фауна с животными. А вот и вот такой рисунок. Это такая Селестия платьишко. И такой рисуночек, это тоже холодного сердца.